И чуть более часа остается до решающего матча для сборных Украины и Хорватии по футболу. От сегодняшней игры зависит, кто закончит борьбу за участие в финальной части чемпионата мира 2018. Центральные улицы Киева перекрыты из-за проведения маршей болельщиков. В поддержку украинских футболистов несколько тысяч фанов прошли от парка Шевченко до стадиона Олимпийский под аплодисменты, барабанный бой. И, кстати, хочу добавить, что обошлось без нарушений.